Привет, друзья! Несколько раз в год мы собираемся вместе, чтобы в прямом эфире понаблюдать за таким волнительным мероприятием, как презентация Apple. 9 сентября Тим Кук и его коллеги выйдут на сцену, чтобы показать нам несколько интересных новинок. И мы по традиции предлагаем вам присоединиться к нашей компании, чтобы вместе следить за этим увлекательным зрелищем. Нет никаких сомнений, что на сентябрьской презентации состоится премьера новых iPhone, которые, как водится, станут еще лучше, чем предыдущие поколения. Однако не исключено, что в Купертино нам подготовили и кое-что еще. Возможно, в рамках этого шоу будет продемонстрирована радикально обновленная приставка Apple TV, а также ходят слухи, что мы увидим тот самый загадочный iPad Pro. Приглашаем вас присоединиться к нашей трансляции, которая будет проходить сразу в нескольких форматах. Это и текстовая трансляция на страничке live.appleinsider.ru, и специальный выпуск нашего аудиоподкаста, и прямая видеотрансляция на канале нашего друга и коллеги Wylsacom. Представленные новинки вы сможете обсуждать в режиме реального времени, присоединившись к нашему официальному чату. Все, что вам нужно сделать, это 9 сентября в 20:00 по московскому времени зайти на страницу live.appleinsider.ru. Кстати, именно в 8 вечера по Москве главная страница нашего сайта будет автоматически переадресовываться на страницу трансляции, так что заблудиться будет невозможно. Если вы еще не определились с выбором, где вы будете смотреть сентябрьскую презентацию Apple, советуем вам присоединиться к нам, чтобы следить за самой качественной трансляцией и обсуждать представленные новинки. Итак, до встречи 9 сентября в 20:00 по Москве на live.appleinsider.ru и начинайте копить денежки на новый iPhone.